Квинтэссенция авангарда и текстиля. В художественном музее открылась выставка «Ностальгия по-настоящему». Экспозиция приурочена к фестивалю «Первая фабрика авангарда». Прежде чем познакомить гостей с экспонатами, организаторы устроили в фойе музея показ коллекции одежды Натальи Мизоновой и ее учеников, студентов кафедры текстильного дизайна и в ГПУ. Здесь, наверное, отображается в каждой коллекции «Россия». Именно душа, русская душа. Если посмотреть каждую коллекцию, то есть здесь видно только какая-то либо драма, либо наоборот какое-то приятное настроение, либо наоборот настроение с изюминкой, как коллекция Натальи Григорьевны. Гостям представили 4 коллекции, 3 из них выполнили студенты Натальи Мизоновой. Юлия Михальчук показала платье, посвященное Марине Цветаевой. Вместе с учителем они вдохновлялись не столько текстами русской поэтессы, сколько ее драматичной судьбой. В самой экспозиции представлены авторские работы Натальи Мизоновой, ее книги, фотографии и эскизы коллекции одежды, а также костюмов для театральных постановок. Через них гости могут представить творческий путь большого маэстро дизайна. Центральная карточка – это Наталья Григорьевна и ее коллекция одежды для музыкального коллектива. Чуть ниже – это у нас известный в нашем городе музыкальный коллектив «Светилен». Она тоже полностью разработала весь стиль костюмов для этого ансамбля. Они и по сей день выступают в этих костюмах, потому что они выполнены с большим художественным вкусом. Кроме того, на стендах представлены лучшие работы из фондов кафедры текстильного дизайна. Экспонируются творения студентов и выпускников, гобелены, авторские кроки, панно, эскизы, арт-проекты. Темы совершенно разные. То есть здесь и тема кино, и тема стрит, и тема модерна, и тема агитационного текстиля. То есть абсолютно разные работы представлены на одной выставке, дабы познакомить всех гостей и участников фестиваля с нашей школой текстильного дизайна. Экспозиция «Ностальгия по-настоящему» – это своеобразная территория эксперимента. Собственно, как и все, что представляют на площадках первой фабрики «Авангарда». Программу можно посмотреть на официальном сайте фестиваля. Там множество выставок, мастер-классов и театральных постановок. Есть на что посмотреть. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.